а что значит, что я чувствую своих товарищей ближе каждый день в десятке? Вот как это проверить, и что значит ближе, в чем здесь? אני מתחיל לחשוב, להבין בלב. Я начинаю думать и понимать в сердце. Так и сказано, сердце понимает. Я начинаю сердцем понимать, что объединение с ними — это и есть тот процесс, который должен пройти. И чем ближе я их принимаю, чем лучше чувствую, как больше имеющих ко мне отношения, тем ближе я приближаюсь к пониманию того, что такое Египет, что такое выход из Египта. Потому что все это связано и все это вертится вокруг «возлюби ближнего, как самого себя». Центрального, основного правила Торы. Это правило. Вокруг этого вся Тора. И поэтому нам нужно еще и еще давить на себя, на свое сердце, чтобы почувствовать себя еще ближе к товарищам. Потому что, чтобы все-таки внутри себя почувствовать, что есть движение, внутреннее движение друг навстречу другу. И мы надеемся, что таким образом мы выйдем, каждый из собственного ощущения, и удостоимся ощущения ближнего.